В Омском аэропорту встречают одного из самых метких стрелков современности, мастера спорта международного класса Юлию Эйдинзон. На этот раз из ручной клади спортсменка достает отливающие серебром и бронзой медали чемпионата мира. В Германии Юле удалось завоевать 4 награды. В составе национальной сборной заняла 2 вторых места. В упражнении пневматическая винтовка, движущаяся мишень 10 метров, с переменой оружия и в гладкой стрельбе. Есть и личные достижения: серебро в стрельбе из гладкоствольного оружия. Я выиграла у китаянки перестрелку за выход в финал, слава богу, и решила не упустить шанс. Ну, немножко не дотянула до первого места, проиграла 4-6, но не в сухую, слава богу. В принципе, достойный был финал, украинка молодец, конечно, ей надо отдать должное. Такие результаты попадать, ну, не каждый день, на самом деле, сможешь. Поэтому, ну, слава богу, стала второй, могла быть вообще также четвертой. Поэтому я считаю, что очень достойно. Также в копилке Юли с этого чемпионата есть еще и бронза. И такой свой личный и командный успех связывает, конечно, с колоссальной подготовкой. Я, если честно, очень серьезно готовилась к этому чемпионату мира. Времени было гораздо больше, чем 2 года назад. Мне хотелось в удовольствие пострелять. Я, в принципе, так и сделала. Постреляла в удовольствие себе и, наверное, всем. Сейчас все внимание спортсменки приковано к выступлению российской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Бразильские игры – демонстрация возможностей спортсменов. Юля уверена, российские атлеты проявят себя в полной мере.